Ой, все врывается или что? Ну, он, видите, блядь, на эту хуйню. Тоже чел на мурлоках. И ему все раздали. Просто заебись. На Юдоре. Чел на мурлоках на Юдоре, и ему все раздали. На моем любимом герое. До этого. У меня нету шансов, мне показали, мне еще в начале дали идеальный заход. Короче, мне показывают то, как они себя вели, когда они меня постоянно выставляли, что я руинили мне винрейт на Юдоре и показывали, как остальные, блядь, у всех все идеально и все хорошо. Они таким же образом, блядь, вели себя, мне давали идеальный заход, якобы, до пятого хода, до шестого, и все ломали. Либо мне ломали полностью заход в начале. Далее мне давали хороший заход, с которым я камбэкал, но при этом оставался на лоу хп. И уже anyway, выбивали Юдоры там с ебанутым столом, который заслуживает собрать только я. Кстати, опять в топ-5 меня выдавливает тупо. Хотел я здесь уже ничего не делаю, нахуй, но как факт я ничего и не мог сделать, потому что у меня не было вот этой карты, блядь, банально. У меня не было браны и так далее. У меня нету такого вот захода рисованного, который раздается каждому, блядь, каждому. В этой ситуации она точно все идеально разналась. Мне были недодачи, мне не додали все карты, которые мне нужны. И мне опять не дают жмурика. Просто прекрасно. Показывают заходы, которые раздаются, блять, стримерам. Всем остальным. Стабильно. Всем, кроме меня.
Естественно, я этот заход не могу реализовать, потому что я... Потому что, ну что происходит? То есть мне такие заходы не дают. В среднем. Вот эта карта, блядь, нужна была с вот этими мурлоками, которых ноль. Которых, блядь, ноль. Я еще рандомно буду бафать, я тоже и проебывать статы. Ну, это пиздец. Это просто пиздец. Крайне левая и плюс вот эта тема. Разыгрывайте ваше существо на поле боя. Существо. А, нет, существо. Существо. Да, существо у вас в руке. То есть рандомное, и может сюда прокость, из-за этого я проводил статы сюда. Просто. Мне не дают сидеть и думать на этом уровне. Вот мне только сейчас начали раздавать карты в одной из 10 игр в среднем. Когда такие игры у челов происходят в одной из одной игр. Одно из полторы. И они невероятные гении. По самоощущениям. Сидя на хайрейтах. Либо сидя в моих лобби и выбивая меня нахуй. На моих любимых героях. Еще будет, блядь, тот грех, который у меня есть, то, что я очень завистливый, да без знаю. Они его обузят просто максимально. Единственный мой грешок, наверное. Как человека. Меня либо подбивает под топ-5, чтобы остаться в сомнении, либо что со мной делать? Либо показывать, какая там ебанутая Юдора, нахуй, с учетом того, что это мой любимый герой, и у меня так не собирается легко, у меня таких легких игр не бывает, мне руинит винрейт на этом герое, в то время как всем остальным рисуют идеальный винрейт. Либо будут выбивать вообще в топ-5. Я тоже не заслуживаю. Да, блядь.
ровно в топ-5. Просто твари не дают мне играть в игру. Думая о том, что делать, если бы игра была бы рандомная, и по теории вероятности отыгрывая и делая максимально правильные плей. Но ладно, игра, если была бы псевдорандомная, но у меня есть... она псевдорандомная, что меня сейчас дегенер прослушивает, ломает мне игры в наглую и издевается надо мной. Это же просто ёбнус. Почему меня не слышно? Который не слышно. Я вам в таком случае лучше в МК какой-нибудь играл бы, или в какие-нибудь скилло-импактовые игры, Майнкрафт и так далее, но я с 2015 года завязан в эту игру, потому что я сверхинтеллектуальный человек, и я... эта игра мне подошла. Из-за этого я страдаю теперь, потому что меня какой-то дегенер доебался и ломает мне игру. Просто к хуям собачьим. Я сейчас не в состоянии играть ни в какие игры, ни в файтинги, ни во что, потому что у меня просто мораль полностью убита. Ни в Hearthstone, ни в Counter-Strike, ни во что. Хотя в Counter-Strike я тоже охуенно ебашу, и там тоже есть элемент рандома, который против меня эти же дегенера бузят. Я играл раньше в Монополию онлайн, в которой тоже бузили много говна всякого. Эти же дегенера. Ненормальные. Просто мерзость. Лучше бы в это вот играл, и лучше бы изучал географию, нахуй, какую-нибудь еще что-нибудь делал, не знаю. Только чела просто рофлят надо мной издеваются, как хотят. Мне даже нету денег купить, блять, випку. Я не уверен в том, что я могу купить, потому что у меня экономика не позволяет. Потому что я состояние. Статистика, скалар, какой-то язык. Я не шарю за языки, к сожалению. Я примерно по интуиции вот ставлю и плюс-минус угадываю. 12 тысяч вчера было из 15 тысяч. Чисто по интуиции. Blue Flowers, английский, но при этом смешан с таким языком. Это дело надо дальше осматриваться просто. Просто у меня пропал вкус ко всем играм, ни во что не могу играть с интересом, блять. Также мелочно, блять. Раньше я, блять, просто подетально все. Все подетально, всегда все делал в Хардстоуне. Идеально. Но надо мной стабильно издеваются примерно с 2017 года. 16-го. Я не знаю, с какого года. Я почувствовал уже это. Что чела просто рофлит и показывает мне хуйню на тех стримах, на которых я захожу. У челов по Хардстоуну. Когда я пытаюсь что-то сделать, охуенный там сборку создать или еще что-то. На результаты добиться там на арене, блять, каким-нибудь
колод собрать. Мне ее показывает, блять, у другого стримера со счетом 12-0, к примеру. Что это за язык? Я не знаю. Примерно сюда. Я очень плох в понимании людишеской вот этой хуйни всей. Тупо на дорогу выкинули, блять, надо ждать, искать какой-нибудь знак или что-то типа, чтобы хоть язык определить. По языку примерно местность, примерно хотя бы континент и так далее. Если бы я знал, если бы у меня были бы знания по языкам только. Ну, знания, точнее, по визуализации букв, какая это примерно страна хотя бы. У меня даже этого нету. Вон, видите, как я нажал, и, блядь, в четверку, блядь, 4 балла. Вот что-то есть. Эвар. Ну, не знаю, что это такое. Эварды и Чейл. Где такие автомобили? Могут быть, не знаю. Да я еду, блять, и что это за хуйня? Насосная станция, Береке. Береке. Не знаю. Какая-нибудь Казань. Понятное дело, что это не чисто Россия, но, блядь, короче. Я даже не знаю русскоподобные языки у кого какие. Нёбор-стрит. Но паркинг. Ладно, давай рандом просто сюда куда-нибудь между Америкой и так далее. Больше как будто, может, сюда примерно. Кошмар. Это тупо Африка. Better than 30% рофлить. Ну, твари просто в наглую прогоняют, типа, в свою любимую игру не дают играть и получать заслуженный результат. Просто, типа, уже, вон, подчастую на похуй хуярят. Бесконечные рофлы. Попробуем. Что похуй, просто замазываюсь в одно что-то.
Когда у меня максимально высокий скилл к адаптации, я могу играть не только через механизмов, будучи под обилкой механизмов, когда обилка ничего не решает, а решают, блядь, роллы и так далее. Обилка ничего не решает ни в одной игре никогда, блядь, решает всегда все роллы, последовательность оппонентов и так далее. И насколько все удобно. Все вам удобно раздают. Но в математике должна решать. А математика это рандом. То есть теория вероятности. Когда меня там уже выкинули? У меня было 8500, топ-5, топ-5. Что у меня было за во время калибровки? Потому что калибровка, как я понимаю, работает так, что у тебя есть рейтинг, и ты его можешь только терять, скрытый, 8500. Пока не докалибруешься до, собственно, до этого рейтинга. Но получать рейтинг ты не можешь, ты можешь его только терять. И терять ты его теряешь, что ты через топ-5, топ-6, топ-7, топ-8. Вот меня наспамили топ-5, топ-5, топ-5 это примерно. Что это такое? Что такое топ-5? Если у нас дается плюс 100, минус 4 позиции, умноженное на... Ну, на 100, деленное на 7. Если представить, что за победу я получаю плюс 100 и минус 100. Это так. Окей. Подождите. Я же начинаю путаться. У меня мозг начинает потихоньку и математику забывать, но я на самом деле сейчас волнуюсь. То, что происходит социальный момент. Происходит социальный момент. Нет. Минус 28 же. Почему 100 делить на 7? На 3,5. А, 200 делить на 7. Твою мать. Одна позиция, вторая, минус 3 позиции, минус 4 позиции. Ну, плюс 14 за топ-4, минус 14 за топ-4. Минус 14, минус 14. Там какие-то счета у меня были. Топ-7, топ-4, не помню. Ну, примерно так. И людишки даже не понимают, как калибровка работает, даже примерно. Они посмотрят на вот это и скажут, что у меня рейтинг 1000, например. Это же просто пиздец. И такие люди играют условно на высоком рейтинге. И способны собирать столы, которыми меня выбивают. На тех же Эторов. Просто прекрасно. Просто прекрасно.
открыть окно для этого вектора. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Саркастический плей. Я бы в нормальном состоянии, скорее всего, что-нибудь поумнее сделал. Давай. Вот из-за того, что у меня не механизм стоит, два сынообразных у меня нету теперь, блядь, сука. А, да. И мне с триплета какой-то механизм предлагался, который я мог бы пикнуть. Который я мог бы хотя бы нацелиться. Могу супер обоснованно теперь бабло сбивать. Никто не умирает.
А, у меня ничего не призывается. Тут про призыв. Но у меня нету ресурсов, ничего. Ну, блять, как бы это не совсем то, что мне нужно. Меня замазывает не с тем, что мне не совсем нужно, но я должен это хотя бы что-то пикать. Но не, очень поздно уже. Очевидно. Слишком опять много карт, до которых опять у меня нет возможности добраться. 1-5 Прокари, Ревендайр, Рука на Реборн. Аксессуар, который работает с этой хуйней. Но я не помню, не знаю, что это за аксессуар даже. Потому что я когда в начале сезона видел у кого-то у челов, блять, бесконечные мехи призываются и так далее, да и сейчас тоже видел. Под Кадгар, Кадгорша, Кадгар, как оно? Под эту хуйню. У меня даже нету намека на возможность что-то собрать. Ну, меня хуярят идеальными столами. Это просто кошмар. Как я и говорил, и когда я думал, первый раз, когда я играл, я думал, что это работает как Зефрис 3-2. И тебе дают прямо идеальный карт. Ну хотя да, это так и почти работает, потому что она дает относительно твоего стола, он с механизмом связанная, баба и так далее, но мне дает максимально плохое. Anyway, в любом случае мне дают хуйню. Вот это, ладно, хорошая карта с Т3. Но, очевидно, я искал что-то более интересное, попробовать попризывать вот эту хуйню всю. Не люблю я проебывать одну ману, но заебись. Хоть ставить.
Просто у челов, опять ловлю чел, у которого простейшая игра, а у меня сложнейшая. Прекрасно. Пятая таверна, у меня четвертая, у меня нету того, что я пытался собрать. Чел собирает каждую игру такую хуйню и ловит ее против меня. Я это взял? Не знаю. Просто единственное, что я мог взять, блять, меня дали, но это подстава. Три крайних левых существа обоих игроков. Оно ж не будет пропускать эти баллы в проверку. Будет сразу в тупую накладывать бабл на бабл. Раз такое описание. Причем дегенера ожидали, что я буду пикать первую попавшуюся карту, уже на похуй, в текущей ситуации. И меня ставят против чела, против которого эта карта эффективна. Блять, короче, было. Просто было. Значит, опять у меня нету никакого вектора. Десятый ход. Уже всем на восьмой ход раздают вектора с шестой таверны и так далее. Прям под раздачу нахуй. Бам-бам-бам. Уже все понятно. Уже столы через аксессуары уже какие-то идеальные и так далее. А меня замедляют на... меня на десятом ходу ничего нету. Вектора образующего, векторального. Хотя я законтрил миллионы векторов. Я еще и купил свинообраза. Мне по свинообразу тоже ничего не дали. Раз. А я проебываю. И еще ставят вот, блядь, самые сильные карты. На дегенерачах. Ну, трейда почти идеальная, конечно же. Берем. Я должна с этим работать, но мне не додали карт, которые хорошо бы работали с помпой. Теперь. Это просто пиздато. Но я беру это под конкурс, которого у меня нету. Просто замечательно. Но у меня ее и не будет, соответственно. Особенно удобно подстраиваться под мою логику, что зачем брать карты в тех ситуациях, когда это не обосновано. Я сейчас обоснованно это сделал. Челы пикают необоснованно карты, им сразу в придачу дает после реролла уже готовая карта. Ну или их не пушат так сильно, или такими слабыми столами не засоряют. Там жмурики какие-нибудь, если лоу хп, чтобы была возможность выиграть время. Как это удобно дегенеру и игроку. Прекрасно, просто лукатес. Просто факин лукатес.
просто всем подряд лузаю и вижу вот эту хуйню ебаную. Я вижу, что у чела максимально слабый стол, просто максимально слабый. И я лузаю без шансов. Самым слабым столам. Это то, что я заслужил, играя лучше всех. Просто заебись. Я не знал, что я в этой партии не доигрываю и так далее, и предыдущие и так далее и тому подобное, но надо мной издеваются же. И дальше. Надо мной сейчас рофлят и издеваются. Я пытаюсь играть на серьезке, челы издеваются. Прекрасно. Карт нету, ничего нету, просто прекрасно. Ну, конгорши нету. Одна ебаная карта. Никогда не могу ничего найти. Шикарно. Просто, блядь, я не могу найти комбинацию из двух ебаных карт. У челов в комбинации, блядь, собираются, блядь, по 5 карт идеальных, нахуй, просто идеальных. Последовательно. Всегда просто идеально. Просто все то, что надо в рамках достаточности. Я не могу найти, блять, одну карту. Банально. И я не. И меня ставят в той ситуации, что я ей не должен верить в то, что я могу найти эту карту. Я даже не верю в то, что я могу что-то найти. Каждую ебаную игру. Ну и вот, собственно, пример. Я не могу конкуршу найти 3 хода. Я не могу найти ничего своевременно. Просто ничего. Все карты приходят максимально медленно и не своевременно. Пока у всех все идеально и хорошо. О чем вообще речь? Не, карта без статов. Просто прекрасно. Карта без статов и статов не могло быть никаким образом. Априори. Здесь все забирают максимально последовательно. Захотят, возьмут, начнут игру со скользкого сквернослова, там дальше пойдут релайки и так далее, гарантированно все остальное, браны и так далее и тому подобное. И все это будет охуенно работать, карта гарантированно разбиваться, все хорошо, все прекрасно. А если этого не будет происходить, то просто, ну, надо же как-то подбайтить игрока, чтобы он не чувствовал себя, ну, слишком прям безопасно. Но anyway, будет игра максимально комфортная и приятная. У меня каждая игра 8-7 луз. И отсутствие карт. То, что меня рисует дегенера. А не то, что я должен представлять и включаться в игру и в теории вероятности и так далее. Я должен сидеть и думать о подкрутке каждую микросекунду. О том, что твари творят со мной. На эту хуйню, бля, ебану. Мне просто кидают на 13-й ход, вот, на, вот тебе комбинацию в одном роле. На, играй, 13-й ход, на, играй. Плюс две к атаке, что с баблом, вау. На, играй, на, вот, пожалуйста, на, играй. 13-й ход, на, играй. Вот, чё, играть хочешь? На, играй. 13-й ход. На, играй. Получай удовольствие от своих охуительных плеев. От потенциально охуительных плеев, от возможности реализоваться как-то и что-то построить. Интересно. Забыл здесь. Когда челы творят безобосновательную хуйню, тратят по три голды на существо бесполезное, из этого собирают идеальную комбинацию из миллиона карт и выигрывают. Я не могу найти одну карту, когда у меня и так отсутствует
Все, у меня нету нихуя. У меня не было блокобота, не было возможности его забафать до этого обоснованно. Почему у меня не был блокобот 2000 на 2000, блять, на 13-й ход, как у всех? Почему у меня нету присосок? Почему у меня нету возможности поставить 3-3 на стол и забафывать его и не получать при этом параллельно дэмэдж за то, что ты это сделал? Вместо того, чтобы выиграть место на столе. Просто прекрасно. Смашер 228 оказался сильнее, чем чел с 154 IQ. И гением игры. Бывает. И чела, которые смешера 228 в душе. Сейчас сидят, анализируют, и им под этот анализ рисуют карту. На стримеры. Смешно. А конкурс, и мне, по-моему, всю игру не было 1-5, либо у меня не было обоснования его пикать, либо не заметил. Похуй. В любом случае, я не виноват, потому что если я не заметил, я не виноват, потому что мне концентрацию и внимание тоже к хуям собачьим всю разбили, когда у меня была внимательность топ-1 мира. Я действительно стал крайне невнимательным и так далее, но я все равно вижу карту. И то, как мне их дают. Корявые издевательски. И под меня все рисуют. Под меня все рисуют в негатив для того, чтобы мне было негативно. Нихуево. Под ничью, естественно. Я, блядь, просто, ну, значит. Я ведь точно не могу выиграть этих легендарных игроков с 11 трипетами и 3 и сонобразами. Несмотря на то, что я отыграл, несмотря на то, как я отыграл в этой партии, блядь, бездарно и на похуй. Ну, меня просто сейчас не подключен к игре. Я сейчас сижу и думаю, что происходит, блять, нахуй. То, что... Все настолько в наглую. Просто, бля, ебаные людишки нахуй на дегенерах. Издеваются надо мной.
открытую. До этого тоже в открытую издевались, но почему-то зачем-то я, ну, тоже все это выложил. Было прям супер открыто. Но все равно никаким образом ничего не доказывающее для людишек. Оцените этого ревендара, который стоит просто, ну, займись. Ну, к примеру, я мог удалить ревендара, поставить энергоцарицу и такого рода плея, и я бы это сделал, скорее всего, в нормальном майндсете. А не играю сейчас просто высматривая то, что творят дегенеры. Я сейчас смотрю и литерально просто высматриваю, что будут творить дегенеры. Я не участвую в партии, я не могу участвовать в партии. Я никогда не мог участвовать в партии, ни в одной игре. И вот оно доказательство. Пять очков за топ-3 ппшных. Нет, 10. И сейчас я играю, я просто заставляю себя играть, чтобы откалибровать рейтинг, потому что я не знаю, как работает рейтинг, если бы я вот я остановлюсь на рейтинге 1400. Он у меня откалибруется как 1400 на следующий рейтинг, у меня будет внутренний теперь 1400, например. Не знаю, я бы сейчас не играл. Потому что я зачем-то начал одну игру в лазере. У меня было 200 рейтинга там, счет. А за рейтинг, который искусственный и которого у меня нету. Заебись.
Безвыборочно приходится брать 2-3, которые призывают 2-2, которые не будут считаться уже как по добилку, и это 2-3, это две атаки всего лишь жалкие. Или может быть оно считается, кстати, когда суммарный показатель Башары достигает 25. Может оно, кстати, считается, не знаю. У меня не было возможности это выяснить никогда. И не было смысла. Пытаться выяснять. Мне бралось 1 000 000 хп, мне приходится брать экономику, которая математически мне выгодна. Потому что лучше покупать карты из третьей таверны, чем из второй. Потому что это сильнее математически. И покупая карты из третьей таверны, я уже побеждаю всех остальных, получая жесткое преимущество. Но я не получаю кар... я получаю на третьей таверне карта эквивалентная первой. Ну и меня заставляют это делать. Здесь нет других плеев. Здесь нету плея с лаволапом, монеткой и двойкой, потому что мне нечего отсюда брать. Точнее нет, мне есть что отсюда брать, но прокать надо. Это надо отключать мозг и просто покупать карту и смотреть и радоваться, как еблан. Что тебе по наитию все дали. Агентство 5. Я могу это узнать во время файта, если это близы предусмотрели. Если в файте можно сделать квест. Что если меня будет сейчас атаковать, сливать существ, у меня будет меняться значение. Но по идее игра на фул, она фул статичная и вот, файт в начале, он уже как бы закон... А, нет, все-таки что-то меняется, нихуясь. Нихуясь. Охуеть. Но тут были замрало. Механизм предков, когда у меня нету механизмов, блять, просто смотрите на эту хуйню. Не кидает вообще по мимо кассы все. Первое разыгранное вами заклинание стоверное. В ходу срабатывает еще раз. Вроде неплохо. Вроде неплохо. Возьму. Опять четверку. Вряд ли вот я вас looking for, трикор, когда я пропустил куриц. Чего?
Очень здорово. Не заклинание ставерны. Да, просто заклинание ставерны, алло. Почему это срабатывало? Господи. За что? За что так коряво? Просто прекрасно. Рисует автолуз из-за того, что я курицу не поставил, когда я не в состоянии что-то сделать. В физическом. Когда я в параличе бесконечном. Знаете, опять я сделал ошибку, мне сразу стрелочки рисуют какие-то, так далее, усиляются и так далее, и тому подобное, когда я не в состоянии играть. Алло. Не в состоянии из-за этих же дегенеров, которые мне начинают надо мной издеваться, потому что я всех остальных других игроков сужу за их ошибки, когда я был идеальный, просто супер-мега-идеальный игрок. И меня выставляют сейчас вот в такой ситуации. Что я ничего не могу сделать. Только челы, которые в состоянии, у них нету синдрома, нету деморализации и всего остального. И они в полном порядке, полностью здоровы и полностью все хорошо у них. В здоровом духе и все остальное. При этом они не способны 2 плюс 2 посчитать. И выигрывает игру. На ошибках. А я не могу просто включиться, потому что я в паралич. Я не могу включиться, и я получаю все равно больше дэмэджа, чем должен. Anyway, я не получаю больше дэмэджа, чем должен. Опять класс. О, пошли под конец карты, которые мне нахуй не нужны. Только, блять, когда было начало? Непонятно. Когда было начало моей игре?
Ну, это было ожидаемо, что меня дадут жмурика, если я сейчас не проиграл. Ну зачем мне, я говорю вслух психологию, которая дегенерирует хуярит. Два ваших случайно призывает развивающегося стойте, как получается, каждого развивания. Здесь живое зарит, ваше живое, это же в ваших элементалей, нихуя. Прикольно. Прикольно, I guess. Funny, I guess. Никуда я не ухожу с этой таверны, очевидно, никогда. Потому что я наводил на эту карту, мне кидают еще одну ее. Шелема же. Это бы не было расчета, но был расчет, если бы 3 года назад играл. Подумай!
Даже при 100 победе выглядит так, как будто не 100. Вот и нет. Заебись. Одна карта выше всех моих, даже две. Чем нет? Почему бы и не нарисовать такие дебильные лузы? Ёбаный пивной биомусор кидает смайлы. Будучи здоровым человеком. Но безмозглым. Морально и физически, скорее всего. Везде стол, который, судя по всему, мой максимум. Просто у меня тупо стоят 4 лемы, которые зависят от расстановки и с малыми статами. Максимальными, которые я мог сделать. Ну, не считая каких-то микростатов, которых... Когда я раньше играл идеально, я за каждым микростатом следил, сейчас... Сейчас я рофлю просто уже. Ну, рофлю, да, рофлю. Именно. Self-esteem.
Никнеймы постоянно какие-то рофильные и подрофильные никнеймы, какие-то рисовки. Как это более правильно писать? Я просто не знаю, как это на русском. Самоожидаемо, что-то там. Самооценка. У меня была всегда заниженная самооценка, и я сейчас начал себя хвалить. И перехваливать, возможно. Но когда у меня была заниженная самооценка, мне это еще и обузили. А когда? Точно так же. Мехи. Мех с пиздем. Калавача, пик. Так, 5. Продажи. Ну, там же не так круа. Не так крово получается. А, и, например, я бы сейчас обязательно в порядке проверил, какой файт был, чтобы понять, стоил ли сейвить эту вообще карту, в принципе, и ожидать. Да, понимаешь. Ну, короче. Получаем урон от бота, которого не должно быть в игре. Я же зашел сюда против игроков играть. Но я играю против ботов. Дегенерских. А если против игроков, то у них все хорошо и идеально. Отдельно ставя это существо, я проебываю один слот на своем столе. А меня игра дегенеры душат еще и слотами. В то время как остальным игрокам своевременно дают возможность триплет или есть возможность удалить какие-то сильные существа. Заменить на другое хорошее существо. Тупой креатив мод. Всем.
Это проеб одной голды. Пока что. Без одной голды 3-3 на пятый ход. И, к сожалению, это уже слабо, потому что это еще нормально, если бы игра была бы сбалансированная, но с артефактами. За одну ману тебе надо прокачать как минимум на пятый ход 10-10 статов, судя по всему. Потому что близые ебанчики, которые делают мету все проще и проще для казуалов, и раздавая им возможность собирать просто пивную хуету свою в идеальном просто порядке. Опять ничего интересного. А, и я не могу левелапнуться даже. Я могу. А вот слишком негативный, я вон игроков обзываю постоянно и так далее. В общем целом. Но по сравнению со мной, чел слабее меня намного в плане математики, логики и так далее. По сравнению со всеми остальными, наверное, челы сильные. Допустим. Могут быть. Но большинство совсем же отбитые уебаны, могут попадаться реально пивные просто челы, которые рандомно кидают карты, и им по наитию все дается. Это просто пиздец. А что это такое? Просто прекрасно. Что мне это дают? Мне кидают идеальный заход для начальной стадии и меня пушат на минус хп. Без обоснований. Когда у меня такая же стратегия, но мне дают это с запозданием на два хода. Не знаю. Еще аксессуар, наверное, подходящий. Да. Бам, мне кидают бота, вот гарантированного бота, и сразу же триплетят. Как коряво все просто. А, стоп, я хотел уже поставить легендарного. Я под давлением, мне кидают бота, показывают стрелочку. Когда я понимаю, что это боты, уже я понимаю, что мне дегенеры рофлят и ломают мне баланс игры. Потому что они рисуют, что хотят, и издеваются, как хотят. Только с этим пониманием я уже живу 3 года.
Это вообще раньше думал то, что близы просто подкручивают. Точнее, я вообще не понимал, что происходит. Почему меня так эмоционально давят? И кто меня эмоционально давит? Я убегал в другие игры, и там тоже ловил лоупроцентные шансы и так далее. Я думал, что там разработчик тоже подкручек. Невероятный. Видите, меня просто хардстачат по позициям опять. Это то, что я говорил в начале, и мне это в негативном ключе, и хуярят такую ситуацию. Я не могу получить никакие карты хорошие. Точнее, я не понимаю, что мне пикать. Просто меня ставят в ситуацию, что, ну, на, не понимаю. Дальше. Да, действительно, фактически просто непонятно, что делать. Дали вон триплет. Освободили от мест. Хорошо. Все было не так поздно, и мне уже все не обосрали. Хуем собачьим. Одним, что он сейчас выиграет опять. Слабым, но выиграю с щитом одним. Хорошо, ход, часть, что каждый тип сейчас под вашим контролем. Хуян. Хуенно, если бы у меня были бы хотя бы архетипы под ЛФ. Ну ладно, у меня 4 архетипа. Но. Что ж так. Классно. И нет пути освободить место. Знаете, так ситуация, в которой и так все плохо, мне дотреплечивают карту. Хотя у меня и так все плохо уже. Мне кидают типа, блять, насыпка перед вылетом, аля, да? Но мне и так все плохо. Я не могу расставить 23 и 22 никаким образом. Просто прекрасно. Могу так сделать. Максимум. И вот так. Вроде нам. Но. Раны уже, блять, молоки бесконечные под аксессуар, все довольно-таки удобно, все комфортно.
У меня мех продан, который 4-4, и еще вот эти мехи воровал. Anyway. Я получил эти... Там. Все коряво, поплывочно и неудобно. Просто заебись. Особенно, когда я плыву, плюс роллы плывные, поплывные. Просто хуй пойми, все коряво, все неудобно. У меня место вечно занято, все закрыто и так далее. Просто невозможно ни от чего избавиться, потому что я ослаблюсь, когда я и так очень слабый. Просто прекрасно. Я не могу выйти ни во что одно, потому что мне не дают ничего одного. Просто бред. Ну, блять, вон 6-5 можно было взять вместо этих двух. Но мне не дали возможность. Мне это дали в последний момент. То есть, если бы мне дали в начале хода, я бы сразу же моментально мог бы избавиться от двух карт. Ебать, вот он, вектор. Наконец-то я чем-то могу поиграть. Мне что-то дали. Но мне дают в конце хода, когда я не в состоянии зафризить и продумать. Когда уже ход заканчивается быстрее, чем я моментально бы фризил. Ой, покупал бы просто. Окей, прикол. Ну, короче, тот правильный плей был. Мне шестерку никакую, считай, не дали. Я не мог в это поверить. Я пытался варгореза что-то забафать. Варгорез не нужен был, не надо было кидать магнетизм и так далее и тому подобное. Мне не дали шансов. Мне не оставили никаких шансов за всю историю моей жизни сделать этот вывод. И так отыграть. Только если бы я так отыграл, как я говорил, 3 года назад я играл идеально, когда еще БГ вышла, я играл идеально и просто, блядь, был рад, когда вышла БГ наконец-то после ограниченного лазера. Когда я здесь просто мог себя реализовать по максимуму. Меня также все руинили, ломали нахуй, настроение и так далее. Успешно.
А, очередные мне показывают слабые столы, когда у меня, блядь, очевидно, не такой стол, у меня намного сильнее по моим плеям. Но я вижу проценты 9-9 против вот таких столов. Просто прекрасно. А у меня до сих пор нету просто понятия, что мне делать. Просто расход. Да, до сих пор нету шестерки, когда у меня и так уже нету ничего забавного. Кич. О, рогореза надо было кинуть, но... Да. Ну как надо было, блять? У меня здесь опять места нет на столе, мне не во что заменять. Я до сих пор играю, блять, чистым плавником плюс этим говном. До сих пор. Так, единственное, что я могу сделать. Просто невозможно играть, когда все максимально у тебя медленно, блять, все не вовремя, блять, я играю ЛФом, когда у меня какой седьмой ход, нахуй, я играю ЛФом. Без стола, без всего, без существ, без архетипов. С ограниченным столом, ограниченным местом на столе. Просто невозможно играть. Просто невозможно играть не те игры, которые я заслужил. В постоянной основе. Просто все игры, каждая игра, которую я не заслужил. Ладно, блять, как стримерам там раздают одну из двух игр, блять, максимально такие скучные и унылые. Скучные и унылые. Просто заебись. А у меня просто физически ничего сделать не могу. Класс. Уже физически ничего не могу делать. Карта, конечно, не разбилась, как иначе. Блять, нет. Ищем, когда три чела осталось, нужную карту. Когда она мне не нужна уже, у меня даже карта не разбилась. Но мне ее, собственно, и не дают под комментарии. Что я буду это говорить, то, что мне дают не вовремя. Триплеты. Просто прекрасно. Тогда у меня шансов нет. Ну, он 7 триплетов у каждого в лобби, блять, просто в каждом лобби у челов миллиарда триплетов. Просто прекрасно. У меня у одного. У меня тоже 4 триплета. Но я их не почувствовал. У меня их не было. У меня тоже 4 триплета, но фейковая. Все фейковые. Каждый фейковый. Каждый фейковый. Каждый триплет фейковый. У этого чела все 7 триплетов, которые хоть что-то делают, скорее всего. Чтобы он не парился по поводу игры. И чувствовал себя сильным игроком. Нихуя не умею. Смотрите, мне Ривендара отдают он. Который крайне редко собирается. Но под что мне дают Ривендара? Правильно, под карту, которая у меня стоит с третьего хода. Просто прекрасно. С третьей таверны. Которая нихуя не делает. Чё, нет. И челы еще на это будут кидать типа умом. Что я. Это мое решение играть чистым плавником плюс титом Ривендаром на 15-й ход.
Вот я решил нахуй играть с Дитом Ревендером и плавником на 13 ход. Мое решение. Не решение дегенеров, которые, блядь, мне сломали под ЛФ 1-5 хуйню Дракари и предварительно стол адекватный под 35-35. Не-не-не. Просто у челов, опять же, максимально слабый стол, и я не могу это выиграть. У меня нету шансов начать игру. Нормально. У меня нету шанса начать игру, ебана. Классно. И это на 8К происходит. На 8К блядскому блюдскому просто супер по моему рейтинге. И вот смотрите, и как мне реагировать, то что я вместо 1-1-1-1 из этого рейтинга вешу вот это. Что я не нахожусь ни на своем рейтинге, меня измарают, меня ломают, блядь, мораль, мне кидают, мне показывают хуйню, блядь, на всякую и так далее. Просто прекрасно. Просто совокупность моей жизни в Хардстоуне. Начиная с Хардстоуна, меня дегенеры управляют всякую хуйню, начиная с 2016 года примерно. И не только Хардстоуна, когда я паузился от Хардстоуна после того, как я фулл отчаялся уже. От моральных... Абузов. Будет приобретать первое существо на каждом ходу бесплатно после того, как ваше существо атакует. Изи вроде. Прикольно. Это чисто статичный квест Сира. На 8-й ход мне дали ЛФ, который нихуя не делает. Да, в моем случае, потому что у меня нету стола, у меня автоматически блокирует Дракари, я морально сам себе блокирую тоже Дракари, потому что я уже понимаю, что дегенера мне не дадут карты, комбинацию карт. Просто из двух карт. Банально. Банальную комбинацию из двух карт. Атаки с моей стороны не было. Просто прекрасно. Бот опять стоял, не лапался, пока я не посмеялся над никнеймом, но это не про меня, я не эгоист. Я уже все оскорбления на себя, блядь, перевожу от дегенеров. От дегенеров. Которые даже ко мне не относятся. Кирик. Кирик Ван Лавер. Кирик это администратор вот этого проекта. Мне красным его ставят. Ну, короче, понял. Короче, поняли.
Ну, не реальный игрок, а бот. Хотя, может, это реальный игрок, кстати говоря, и его закинули ко мне в лобби. Начал. Но в любом случае они отреагировали, еще и красным поставили. Я обратил внимание, они сразу красным поставили. Как они любят делать. Рафлан ебало. Для чего я несу нахуй? Уловил. Я квест максимально простецкий квест. Просто нету шансов его выполнить для меня. Ясно. И с проявлением именно в негативном плане. Потому что если какому-нибудь челу такое будет показывать, это скорее всего просто, ну, чтобы не расслаблялся и челу дали нормальный заход дальше. В роллах. Как я и говорил, от обилки меньше зависит, чем от того, что тебе суют в роллах, триплетах и так далее. Какая разница, если у тебя вот по старой обилке 7 существ в таверне или 5, если тебе с 4 существами в таверне дают идеальные карты. А семью могут и ничего не дать. Хотя математически эта билка имба была, когда у Араны, ну, именно 7 существ, наверное. Это была имба. Математически. С математической точки зрения, это имба. Но по итогу какому-то челу дали разыграть элемов, и все стали играть араны и лемы, и сам дегенер начал распространять эту хуйню, что на аране можно играть только на элемах со второй таверны. И начал подкидывать всем карты идеально. Рисованная. Я очень много играю в ИО игры. Почему этот никнейм? Просто тоже, ну, наверное, тоже человек поставил себе такой никнейм. Скорее всего. Ну, вполне возможно. Ну, да, почему бы нет. Но я об этом думать не могу. Ну, обычный человек, понятное дело, подумает, что это просто рандомный никнейм, скорее всего. Но и я могу тоже подумать, поверить, ничего нет. Просто никнейм какой-то поставил. Буст ИО. Он бестолковый триплет просто на месте. И под демонами я не получил ничего интересного с демонами. Красного еще показали вроде. Прикольно. Как охуенно. Я ставлю 6-6 золотую версию на стол. Отлично. Все, на этом мои попытки что-то там собрать через бесконечные, блядь, рисованные статы с битбоксером закончились. Просто мне подкидывают, блядь, боеботов в триплет. Да.
меня был шанс сейчас выполнить квест. Видимо, он остается. Он у меня остается, а хп где мое, которое я не должен был терять никогда. Я фактически не терял. Нарош, супер слабая карта, и мне приходится даже рассматривать такие карты. Пытаться покупать 4-4 и что-то еще из этого разгонять. Хотя Рагнарош это супер слабая карта, супер слабая, ультра мега слабая. Но мне кидают корешки. Всем кидают вершки, а мне надо рассматривать корешки. Пытаться собираться даже через какого-то Рагнароша, блять, с этого стола. И тогда ну, понял, нет. Понял, нет. Ну, без комментариев. Без комментариев. Без комментариев. Вон. Все подготовили под меня. Все подготовили. Все просто подготовили. Просто заебись. Просто заебись, нахуй. У меня стол забафанный. У меня, наверное, таверна забафанная. Сначала дают 1-1. Мне дают 1-1, наверное, потому что у меня стол забафанный или еще что-то. Я пылкий и сквернослов перефармил, блядь, наверное, все. Все статы. А, мне давали, кстати, под пылкого сквернослова, когда мне не додавали, блядь, эту хуйню, и я из-за этого проебываю, потому что атака мне не нужна. Ладно. Без комментариев. Кстати, все в четвертой таверне, все. Все. Когда я и так, я спешу в таверну. Я стараюсь левелапаться как можно быстрее. Да, когда у меня есть, появляется обоснование. Понятное дело, всем рисуют идеальные обоснованные левелапы. Просто с нихуя. Кроме меня. Но я сфокусирован именно на левелапы и не проебываю возможности окна для левелапов. Но. Чтобы уже актуально раз 10 и 10, мне просто хп нужно, но... Собираем корешки. Собираем ебучие корешки. Ну, мне кидают последовательно оппонентов, идеальная ситуация, не считая этого. У которых максимально ёбнутые столы, которые, блядь, просто выше порядочного. Просто прекрасно. Все очень горяво. И опять, то есть опять у меня опускаться ебаная, непонятно что делать.
Просто каждую ебаную микросекунду. Всегда непонятно, что делать, всегда 50-50 ситуация. Просто всегда и под эти 50-50 ситуации еще я всегда слабый. И просто забей. Просто пиздец. Демоны 4 и демоны 5. Правильно? Правильно. Буря. Тоже сюда миллион бафов личных налетело. У меня есть сомнения насчет замены. Что как раз. Просто сделал максимум возможного и опять проебываю 100. Просто прекрасно.
Нежить. 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 Ну, тупо нежить. Нормально. Хотя там может быть нежить с этой хуйней ебаной тупой. Которая так легко собирается у долбоёбов. А, это бот еще. Тут ничего нету абсолютно. Зато есть 0.3. Без стола прекрасно. Пока. Без комментариев. Просто разнобойчик. Издевательски это дает триплет, потому что я не дорогал, хотя мог. Почему бы нет? Но если бы я это сделал, мне бы не додали. Что там? Просто миллионы идей, на которые, по которым я играю, нахуй, просто миллион окон открытых, того, что делать, но я ничего не могу сделать. Просто ничего. Просто, блядь, у меня каждая игра ёбаный разброс. Просто ебанутейший разброс каждую игру. Просто ёбаный флекс. Просто, блядь, свитя спидранер. Тупо флекшу на столе каждую игру. Кстати, мне этот чел, по-моему, ни одного эляма не съел. Расчет был на это. Ну, как и у любого другого дегенера, но... У меня под конец максимум один элем, на который я могу рассчитывать. Но никак не по три. У других по три. Или один, которого он гарантированно съест. Либо не съест, если ситуация позволяет. Это прекрасно. Тринадцатый ход, блядь. Опа, смотрите, идею просто тупо элемов играть рандомных нахуй уже блокирует меня. Идею хороших элемов мне тоже блокирует играть. Просто прекрасно.
Про идею собрать 3 лет вообще можешь забыть. Играй с ограниченным столом. Против рисовок. Ничью, блядь, с Мориком. Просто, блядь, играю в ничью с Мориком. Да ладно. Ладно, заебись. О, два ляма. Нихуя. Не опоздали. Два ляма, которые для меня математически 40% жалки. Ну там ну, винбол, потому что, блядь, прекрасно. Просто бабло. Просто бабло мне не дадут статы генерировать. Хотя я все сделал для того, чтобы генерировать статы. Просто сидеть. По итогу я сижу с хуйней, которая нихуя не жрет. Сижу без триплетов, сижу без триплетов на элемов. Просто прекрасно. Статуи элемов уже как бы, да, нормальные такие. Но прекрасно. Зато без всяких проблем у челов собираются битбоксеры, бесконечная хуйня. Когда это максимально аутистически неадекватная хуйня для биомусора. Такое собирать целенамеренно. А чё он собирает целенамеренно эту хуйню, проигрывая себе игры, но у них все нормально в плане того, что они могут себе позволить, имея высокое количество хп или просто имея максимально удобные замены для карт, наличить на столе присоску.
что я жду?